У смартфонов OnePlus это как бы дочерняя контора BBK Electronics. В BBK Electronics есть Vivo, есть Oppo, есть IQ и Realme. Вот интересно просто стало, как то есть Oppo Find X5 Pro, хваленый смартфон, будет конкурировать со своими дочерними сестрами, братьями, не знаю. Ну вот, Pearsharp. Во всех Pearsharp. У Vivo самое хорошее шумоподавление, у Oppo самое плохое. Детали. Видно, да? Oppo самые лучшие детали. Так, здесь тоже Oppo получше ситуация. И грязи меньше здесь у Oppo. То есть грязи больше у Oppo. Немножко неправильно сказал. Какие-то тени есть, в отличие от собратьев, да? Здесь вот. Детали также здесь больше, нежели у Vivo X80 Pro. Это флагман. Как-никак. Здесь можно даже не увеличиться. Видно, что прочитать что-то можно. Вот здесь вот на Oppo Find X5 Pro. Ну, тут, короче, можно даже дальше ничего не смотреть, потому что Oppo удел даже Vivo X80 Pro. Жалко, обзоров мало на Oppo. Как четко все, да? Ну, с шарпингом, но все же. Сейчас я попробую свой эталонный смартфончик воткнуть, посмотреть. Да, шумоподавление и без перешарфа — это фишка Honor. По деталям тоже все у обоих хорошо. Что я могу сказать? Я могу сказать, что еще OnePlus 10T сюда добавить нужно. И смотреть, что получится. Что получится? Получится у нас то, что OnePlus, то есть они по деталям сейчас вот в этом месте равны, но шумоподавление лучше у Honor View 30 Pro, затем идет OnePlus 10T и лишь потом Find X5 Pro. Сейчас посмотрим, что тут дальше. Ну, картинка мне больше всего нравится, хоть она и в шумах, Oppo Find X5 Pro. Хоть убей. Вот даже вот View в 30 Pro, если сравнивать со всеми, да, как будто бы в тумане. Прямо вот реально.
А если посмотреть, как будет снимать наш СМ-11 с ультра в этом же месте. Сайоми тоже как в тумане, но скорее всего это будет правильная картинка, вот как в тумане, да, что у Honor, что у 12S Ultra, но в смысле по обработке, как смотрится, вот, конечно, Oppo Find X5 Pro для инстаграмчика будет само то, камера. Да, обработка фото жесткая, как бы, но мне понравилось, короче, как-то так.